Кировчане жалуются на условия содержания в инфекционном госпитале в Ганино. Несколько постов об этом появились в соцсетях. Речь, в частности, о тех, кого отправляют туда на карантин. Кто-то жалуется на то, что не знает диагноза и ждать результатов приходится в общей палате. Другие – на условия содержания в госпитале. Мы пообщались с пациентами учреждения на прошлой неделе, сделали это и сегодня. На что жалуются люди, расскажем далее. Под этим постом уже сотни комментариев. Автор Олег Калугин решил рассказать о своем пребывании на карантине в инфекционном госпитале в Ганино, что называется, от первого лица. Попал он сюда с ребенком. У последнего был контакт с зараженным. Тесты на коронавирус у Олега и мальчика оказались сомнительными. На данный момент кировчанина возмущает многое. С его слов, до сих пор неизвестно, есть ли у него коронавирус или нет. И таких в отделении почти 50 человек. Все в общих палатах, немало претензий и к бытовым условиям. Санузел общий для всех, в санузле нету даже запоров каких-то, нету места для приема пищи. Вот мы находимся в палате, у нас 6 человек, 3 ребенка, 3 взрослых мужчины. Вот. То есть стоит маленький стол, и приходится кушать вот на подоконнике, где-то на кровати там на своей. Когда я сюда поступил, для меня вообще было очень дико такой вот момент, что в больнице не предусмотрена горячая вода, нет кипятка. То есть люди просто элементарно лишены возможности купить даже горячий чай. В комментариях под постом развернулась горячая полемика. Здание под госпиталь переоборудовали в 21 день. Там сделан полный ремонт. Люди не спали сутками, работали без выходных. Для того, чтобы было куда вас, подцепивших вирус, можно было разместить. Ну, должны же быть условия и еда нормальная, где отдельные боксы, как пишут в СМИ. Стоит напомнить, на днях в соцсетях другой пациент инфекционного госпиталя выложил видео беседы медперсонала и пациентов. Люди жаловались на то, что им приходится находиться всем вместе. При этом никто не может получить информацию по итогам тест-системы на коронавирус. Люди даже объявляли голодовку. Брали 3 теста, брали уже, да? Я 3 теста вообще их не знаю. В правительстве области уже комментировали ситуацию с инфекционным госпиталем в Ганино. Как там сообщили, информацию о положительных результатах лабораторных обследований на COVID-19 доводят до пациентов индивидуально.